Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга. У нас сегодня расклад на тему, что уйдет, что изменится, что придет в вашу жизнь. Итак, мои дорогие, давайте начнем. У нас один вариант. Если вы слышите, что информация в начале расклада вас, с вами резонирует, вам интересно, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другое видео. Итак, давайте начнем. Мы на рунных картах и посмотрим энергию, в которой вы сейчас находитесь. Вы сейчас, ваша энергия сейчас, что уйдет, что изменится, что придет в вашу жизнь. И посмотрим оракул, что уйдет из жизни. Что будет меняться и что придет. Итак, давайте начнем. Вы сейчас, в сегодняшнем дне. Ой, такая интересная, такая общительная женщина, девушка, да, общительный очень человек. Окрыленный, одухотворенный. Вы знаете, у вас идет момент какого-то активного очень движения по жизни. И, возможно, на сегодняшний день, да, вот как-то затянули тучи, но вы как-то будете очень чем-то увлечены, и будут у вас и соратники, люди вокруг вас. Вообще-то прекрасная физическая форма, очень женщина хорошо выглядит, очень привлекает даже мужчин, человек окрыленный, общительный, очень красиво, возможно, изъясняется, объясняется. Человек, перед которым открыты горизонты, которого никто не может удержать. Вот я бы сказала, что все-таки свободолюбивая, которая прикипает к людям от своих чувств, да, то есть я этого желаю, ты мой друг, я хорошо к тебе отношусь, и только таким образом, или ты любимый человек, да, и только таким образом эту женщину можно удержать, но никак ее не обуздаешь, никак ее не привяжешь и никакими цепами ее не удержишь. Интересная девушка, очень-очень интересная. Да, на сегодняшний день есть момент, вот эти горы, они указывают на некие сложности, возможно, да, какие-то моменты, когда, возможно, где-то нужен совет, где-то нужен какой-то момент помощи, возможно, да. Но я вам скажу, что эта помощь, она придет. Вы войдете в круг общения, который будет очень вам импонировать. У вас прекрасное сейчас время для улучшения своей физической формы, для любого рода трансформации со внешностью. И вообще, да, вам идет вот смена общения. Какие-то новые люди появятся в вашем окружении, очень приятные для вас люди, которые к вам будут очень даже хорошо относиться. Но давайте посмотрим больше на картах, да. Что нам покажут карты вас, как вас покажут. Итак, вы сейчас, на сегодняшний день. Ой, ну молодо выглядит девушка. Молодо, женщина выглядит прямо молодо. Такая, вы знаете, наблюдательница с одной стороны. С другой стороны, это человек, который очень даже быстро может войти в фазу действий. Да? То есть где-то... Вы очень даже быстры на подъем, активный человек, активный, да. Хотелось бы шансов от судьбы, хотелось бы каких-то возможностей новых, вырваться прямо из плена. Вы понимаете, вот это человек, у которого вот действительно есть в ментальном плане, вот есть крылья, есть желание, есть вдохновение, есть рвение, да, что-то в своей жизни менять и что-то трансформировать и входить в новое. Да, возможно, сейчас, на сегодняшний день, да, вот это как эти горы, да, как этот момент какой-то тяжести, какого-то ограничений каких-то, которые вас действительно сдерживают, которые где-то, да, вам хотелось бы возможности вырваться из какой-то ситуации, возможно, из какой-то
из каких-то ограничений, вот хотелось бы вырваться, да, я как на поготове, я только как бы смотрю, я только жду вот этого какого-то шанса от судьбы, да, чтобы вот из этого плена какого-то определенного жизненного, да, вырваться. Для кого-то это, возможно, какая-то жизненная рутина, какая-то работа, которая не устраивает, или суета, тяжесть, которая вот навалилась на ваши плечи, и вам хотелось бы вот это, да, вот как-то сбросить действительно, потому что есть очень большой потенциал. Вот прямо проходит девушка, хороша собой. Женщина очень интересная. Интересная очень в общении. И, знаете, разговор любого плана может поддержать. Интересный человек. И вы знаете, что в ближайшее время ваша энергия, она будет как пульсировать. Она будет увеличиваться. И это говорит о том, что какой-то момент рывка в вашей жизни будет. Это говорит о том, что вот из этого плена, из какой-то ситуации, или, возможно, жизненной, или из каких-то своих тревог вы действительно вырветесь. И удивитесь, сколько энергии будет в освобождении. Да, эта карта всегда говорит о неком движении, да, то есть о некой активности. И вот вы прямо знаете, у вас есть желание вырваться из этого плена, и я вам точно скажу, что вы вырветесь. Не вырвется, как ваш потенциал, ваша энергия, какие-то возможности вам будут даны. Да, ой, и вы знаете, здесь сразу идет две карты, и эти карты говорят о том, что возможности, это будет как праздник какой-то в вашей жизни, это будет как какой-то праздник, праздник, когда я получаю то, что очень хочу. То есть у вас будет какой-то момент, когда вы действительно получите то, чего вы очень не желаете. Вырветесь из тех обстоятельств, из тех каких-то, возможно, мыслей или переживаний, да, и будет в вашей жизни большой праздник. Ой, девочки, вы знаете, что очень даже красивая перспектива для вас открывается. Ну, давайте посмотрим, потому что вот этот праздник, он прямо в ваш дом приходит. Для кого-то это может пройти, как в новый дом приходит. Ваш праздник приходит к вам там, где вы будете. Потому что я вижу, что вот какой-то момент, знаете, перемены вашего энергетического пространства. Возможно, да, вот именно какая-то тяжесть, печали, какие-то моменты, возможно, со здоровьем. Вот что-то действительно вот как-то отходит. И придет в вашу жизнь вот долгожданный, возможно, да, результат, долгожданный какой-то праздник. И он придет вот непосредственно в вашу жизнь на очень длительное время. Украсит вашу жизнь, сделает вашу жизнь богаче, сделает вашу жизнь насыщенней. Итак, вы сейчас, покажи нам сейчас эту девушку. Ну вот немного такой момент ожидания. Вот он прямо здесь чувствуется, да? То есть энергия есть, есть много желаний, мечтаний. Есть вот это такое рвение, но и есть момент, который вас удерживает. И вот это состояние немного подвисшее, оно вот здесь есть. Но я вам скажу, что вы конкретно из этого состояния вырветесь, да? Потому что вот первая руна нам показала, что вот какая-то активность движения, перемена вообще пространства и общения вашего, оно здесь идет. Какие-то новые люди будут входить в вашу жизнь, и действительно с кем-то придется, возможно, и попрощаться. Но вот этот момент выхода, да, и состояние повешенного, начало каких-то активных действий, я вам скажу, что, возможно, где-то будет момент, вот что-то нужно как или оставить, или какой-то какая-то перемена, да, вот будет такая. Немного напряжение будет какое-то перед тем, как вы выйдете вот как на новый уровень. Какие-то усилия вам понадобятся, да, вам нужно будет приложить какие-то усилия. Очень вдохновляющая девушка, таинственная, романтичная, женственная, очень много женских энергий. И где-то эта энергия, она какая-то вот сильно концентрированная мне идет. То есть где-то эту женскую энергию хотелось бы разбавить мужской. То есть у вас, возможно, сейчас в жизни какой-то момент, что это, покажи мне, да, какой-то момент подвисший или какой-то медлительности, какого-то ожидания. Немножко не хватает, вот знаете, здесь мне проходит как переизбыток женской энергии, не хватает мужского начала, да, но которое как извне приходит. То есть здесь мне проходит момент, что, возможно, эта девушка, эта женщина или действий каких-то, какой-то момент ожидания связан с мужчиной идет.
Или вы ждете человека в свою жизнь, или, возможно, вы ждете каких-то активных действий от мужчины, который вот рядом с вами. Возможно, вы на расстоянии с человеком, с мужчиной, который вас интересует, да? Потому что вот идет момент какой-то концентрации и немножко неопределенности. И вот этот момент переполненности женской энергии, да, то есть вам, как женщине, хватает абсолютно всего, да. Вам, возможно, не хватает вот это, понимаете, чтобы женщина исполняла мужскую роль, она как бы себя должна переломить. Чтобы женщина исполняла какие-то мужские обязанности, ей себя нужно переломить. Это какая-то смена энергии. И для этого, знаете, нужна большая концентрация. Вот здесь мне проходит такой момент, что, возможно, есть момент желания быть любимой. Вот в этом моменте, в этом периоде своей жизни, да, прожить его как женщина. Вот есть желание прожить момент своей жизни здесь и сейчас как женщина любимая, как женщина за мужчиной, да, за спиной, лелеяна, да, любимая. Вот как-то какой-то вот такой момент, чтобы дать своему женскому, да, в полной мере открыться, потому что здесь идет сейчас такой момент, что вы как бы тяжесть вот какую-то несете, да, и вам не до каких-то рюшечек. То есть, возможно, есть в жизни какие-то моменты, да, из которых вы хотите вырваться. Возможно, какие-то переживания, из которых вы хотите вырваться. И вот это свое женское, свое чувственное, свое, да, привлекательное, обаятельное вот проявить в полной мере. А для этого нужно, чтобы любимый был рядом. Чтобы любимый смотрел на вас, да, такую прекрасную. Вот так, вот такой вот у нас. Если с вами резонирует, смотрим дальше. Давайте посмотрим, что уходит из вашей жизни. Давайте посмотрим. Ой. Вы знаете, уходит огонь. Уходит момент какого-то обжигающего чувства. Обжигающего какого-то чувства. Возможно, где-то, знаете, какие-то мосты горят. Где-то вы действительно прощаетесь с какими-то людьми, какие-то люди уходят из вашей жизни, меняется обстановка. Я вам скажу, что по карте огонь эта смена, она будет очень такой интенсивной. Да, по карте огонь это сжигаются какие-то мосты, да, теряется какая-то связь с определенными людьми. Возможно, кого-то вы преднамеренно желаете оставить в прошлом. И вот я вам скажу, что это очень такой будет какой-то процесс стремительный и резкий. Возможно, вам это нужно будет сделать как-то решительно, да, быстро. То есть какая-то перемена очень активная будет. И я вам скажу, что то, что уходит, оно уходит навсегда из вашей жизни. Давайте посмотрим. Ну и опять огонь, девочки. Опять огонь, и опять стремительность, и опять момент какого-то, какой-то обжигающий прямо идет. Вы знаете, это человек, который... Какие-то ваши надежды, это ситуация, которая ваши надежды, знаете, как-то... Что-то ценное в вас, оно как на проверку все взяло, да? Что это за момент? Вы знаете, что это какие-то испытания мне проходят. Это момент испытаний, потому что какой-то период в вашей жизни, возможно, который вы проживаете именно сейчас, он какой-то... Вот как-то меняется жизнь безвозвратно, понимаете? Вот почему-то вот такой момент, что что-то в жизни меняется безвозвратно. То есть сжигаются мосты, и оно остается в прошлом. И дело в том, что здесь, конечно, проходит мне такой момент, что это как испытание какое-то останется в прошлом, испытание в вашей жизни. Какой-то период в жизни, знаете, такой накаленный. Он остается в прошлом, горячий, обжигающий период в жизни, сильных эмоциональных переживаний. Я вам более скажу, что здесь мне проходит момент, как какая-то как проверка вами пройдена, понимаете? Самое ценное останется с вами, шелуха какая-то отходит.
отходит какая-то шелуха, какая-то пыль, какая-то быль. А вот эти бриллианты, это, знаете, самое дорогое, самое лучшее для вас. Оно выдержит вот этот момент какого-то определенного огня. Но я вам скажу, что проходит момент, что уходит из вашей жизни момент тяжелых испытаний. И это испытание, знаете, на какую-то прочность. Испытание на дружбу, испытание на любовь, испытание на человечность. Вот это какой-то момент, знаете, не только вы этот проходите это испытание, и люди как-то вокруг вас. Почему? Потому что вот в процессе этого испытания останется лучшее в вашей жизни. Какая-то, знаете, вот шелуха, это лишние люди, какая-то болтовня, это все вот, это будет сожжены, будут все мосты. Покажи нам, что уходит из жизни. Переживание за какого-то мужчину. Уходит из жизни переживание за мужчину, который вам очень дорог. Это может быть ваш родственник, это может быть сын, это может быть отец, брат, друг, товарищ, сотрудник, не имеет значения. Но вот это какой-то момент уходит переживание за свое будущее, возможно. Потому что здесь проходит такая ситуация, что какие-то испытания, они... знаете, испытания, переживания о будущем. Вот переживания о вашем будущем. Вот здесь вот такой момент. Уходит момент переживаний о вашем будущем. Поверьте, что какая бы ни была у вас ситуация на сегодняшний день, вы ее преодолеете. И возможно, да, она еще раскрутится каким-то маховиком, да, потому что вот те перемены, которые идут в вашу жизнь, они как бы забирают самые лучшие, да, они несут вместе с вами самые лучшие. А для того, чтобы вот эту пыль, чтобы вот эту пыль отбросить, да, эти переживания, эти испытания, еще вот этот маховик должен раскрутиться. И я вам скажу, что уходит момент переживаний и закрытых дорог в вашем будущем. Какие-то моменты вами пройдены, откроют, распахнут для вас новые возможности. Новые какие-то даже и в личной жизни, знаете, идет момент прогресса, который, возможно, до этих пор был закрыт. То есть очень может быть, что ваш мужчина по делам, по работе, в силу какой-то ситуации неопределенной, как-то куда-то уехал. Или, возможно, вы как-то ждете, да, любимого человека. И какая-то вот ситуация вот... Она как останется в прошлом. Ваши переживания по поводу этой ситуации останутся в прошлом. Здесь прямо выходит момент семьи. Переживания по поводу семьи, по поводу близкого, родного человека, по поводу человека, который, возможно, сейчас где-то в пути, это все останется в прошлом. Это все, знаете, вот эта перемена пройдет. Все плохое, знаете, оно действительно уходит. И остается вот самое драгоценное. Самое лучшее останется с вами. Но я вижу, конечно, что сейчас у женщины как-то много переживаний и много каких-то моментов, которые, знаете, как будто тянут из нее энергию. А здесь вот проходит момент, что вот эти нюансы, они как ослабят, да, свою хватку. Вы сможете вырваться. Вы сможете вырваться не просто, знаете, из этих оков, а сможете вырваться вперед. Давайте посмотрим дальше. Итак. Что будет меняться, да? Что изменится? Что изменится? Вы знаете, изменится какой-то момент, повышается ваш уровень вообще душевного развития. Вот эта карта, она об этом, да? Повышается уровень вашего душевного развития. А что? Это какой-то момент душевного полета, каких-то, знаете, приятных событий, какого-то вашего, знаете, масштабнейшего понимания вообще мира. Меняетесь вы сами, понимаете? В первую очередь меняетесь вы. И уже от этого люди, окружающие вокруг вас, да, обстановка вокруг вас меняется. Это будет иметь очень такой большой масштаб. И здесь, конечно, повышается ваш душевный уровень. Ваша чувствительность, ваши какие-то, ваши возможности, да, то есть мало хотеть чего-то. Есть момент, как я создаю мысли форму, да, вот чего я
чего я хочу и как я желаю к этому прийти. И у вас вот конкретно будет вот эта очень связанная, понятная для вас цепочка. Что мне сделать, чтобы добиться того, чего я желаю? Это говорит о новых возможностях. Это говорит о том, что то, о чем вы сейчас мечтаете, оно будет осуществляться. И ваше окружение, и вы сами будет качественно будете меняться. Ну, давайте посмотрим еще, что изменится. Я вижу, что прямо какое-то пустое уходит из вашей жизни. Какое-то безрезультативное, понимаете? Уходит из вашей жизни какое-то безрезультативное. Когда работаешь, а результата не видишь. Когда стараешься, а результата не видишь. Вот оно уходит. Идет перемена, да, идет изменение. Я вам скажу, окружение ваше сильно изменится. Более того, люди, которые... Идет вот какой-то момент, знаете, что за вами как и наблюдают и будут видеть ваш успех. Какие-то перемены со внешностью очень будут удачными в вашей жизни. В ближайшем будущем, возможно, есть такие планы, очень будут ваше какое-то и внутреннее состояние, знаете, вот эта сила добиться желаемого, сила воли, да, какая-то вот прямо есть. И меняется ваше окружение, и меняетесь вы как внутри этого окружения, жизнь ваша меняется. Вы вообще, знаете, через какое-то определенное время оглянетесь и поймете, что вот действительно со временем люди какие-то вот недоброжелательные, они как бы остались позади. Недоброжелательные со своими какими-то разговорами пустыми. И если даже кто-то есть в вашем окружении, вы вот будете смотреть и понимать, что этот человек ничего не может вам сделать, что вы где-то свободны, да, в своем проявлении. И приходит в вашу жизнь вот какая-то момент уверенности, да, что-то пустое уходит, что-то безрезультативное уходит, а приходит момент уверенности. Я бы здесь даже сказала, что у вас идет конкретный энергетический рост. Потому что, вы знаете, иногда у человека бывает так, что он живет, крутится как белка в колесе, и все без результата. А здесь вот идет момент конкретно хороших результатов в вашей жизни. Ну, давайте посмотрим, что изменится. Что изменится в вашей жизни? Я вижу, что вы как освобождаетесь, знаете, от каких-то паразитов. Это могут быть люди-паразиты. Это может быть ситуация паразитирующая, когда вы ходите на работу, и вам недоплачивают, и вам, знаете, и там не пойми, что и за кого тебя там имеют, и так дальше, и тому подобное. А ты все ходишь, да, потому что ситуация так складывается. А здесь вот идет момент, вы как избавляетесь от каких-то паразитов, и это освобождает очень много энергии, и это дает вам какую-то уверенность в будущем. Здесь прямо идет конкретная перемена. И здесь даже не о том, что вы как-то разрешите какие-то свои дела с документами, возможно, то, что отягощает, то, что является каким-то паразитом, возможно, это какая-то кредитная ситуация, кредитная история, или вообще человек, который присутствует в вашем окружении, и вы понимаете, что где-то он из вас тянет энергию, но сделать с этим ничего не можете. Вот здесь проходит момент, что этот человек, он как бы теряет свое влияние на вашу энергию, теряет свое влияние на вас, да, то есть вы освобождаетесь и обретаете вот такую прямо уверенность. Давайте посмотрим, что меняется в вашей жизни. Я вам скажу, что да, это какая-то момент борьбы, знаете, где вы будете победителем, где вы найдете прямо свое место. Я вижу, что какой-то момент, знаете, колкий, он все-таки уходит. Момент, когда я вот трачу свою силу не туда, куда надо. Не на то, что мне нужно, да, вообще по жизни. Да, я, ой, девочки, очень хорошие перемены, очень хорошие. Я бы даже сказала, что здесь осуществление каких-то ваших прямо мечтаний и желаний. Здесь конкретно момент долгожданное улучшение, долгожданное событие в вашей жизни, долгожданное улучшение. И вы знаете, что это улучшение, оно может быть как и в материальном плане, потому что здесь проходит момент, что вы как сбрасываете, как паразита какого-то из себя, да, ситуацию, момент, который вас расстраивает. Или это человек, или это вот какой-то момент, знаете, со здоровьем, возможно, или это материальное что-то с работой. То есть вы сбрасываете паразитирующую какую-то вот как сущность, да, себя, очищаете себя, и это дает вам очень много энергии. Вообще прекрасное будет состояние, прекрасная перемена.
такая, знаете, твердая почва под ногами, уверенность и счастливый взгляд вообще в будущее. Прекрасные перспективы на будущее. Я вам скажу, перемена грандиозная, перемена очень хорошая. Вы удивитесь, потому что сбросив какого-то паразита с себя, скажем так, в энергетическом плане, вы поймете, насколько много этот человек или эта ситуация понемногу до из вас силы тянула. Как много это тянуло из вас сил. И для кого-то это, знаете, какой-то успех финансовый, когда человек закрыл ипотеку или решил проблему со своим жильем, да, или проблему со своим здоровьем, с недвижимостью, и с него как спадает какая-то тяжесть. Да, здесь может быть у кого есть какие-то с бумагами, да, какие-то вопросы. Здесь прямо классное разрешение. Вы будете очень-очень довольны и вообще счастливы. И я вам скажу, что эта перемена, которая идет в вашу жизнь, она несет вот этот момент. Я могу мечтать в следующем, да, о новом, о лучшем, о каком-то... Это как новый поворот в жизни вообще. Но я вам скажу, что впечатляющая ситуация. Это что изменится? В какой-то борьбе вы действительно победитель. Вы повысите свою ценность. Вы повысите себя как человека, как профессионала, как личность, как женщину. И я вам скажу, что у вас прекрасные перспективы на будущее откроются. Давайте посмотрим, какая-то легкомысленность или человек. Ну вот что-то, вот прямо, знаете, как паразит какой-то вот будет сброшен. И это даст вам очень много новых сил. Перемену покажи мне. Это перемена вот непосредственно в вашу личную жизнь, непосредственно для вас и непосредственно для вашей радости. Вообще перемена прекрасная, будете очень довольны, будете прямо как и в безопасности, и в изобилии, и в богатстве, да, и в такой радости просто. Очень хорошая перемена. Это может быть непосредственно связано с любовью. Непосредственно связано с вашей личной жизнью, с отношениями. Да, и эта перемена, она вам по судьбе. Где-то вы очень ее заслужили. Где-то вы очень какого-то вот этого, скажем так, паразита протянули, да? И наконец-то вот вы его сбрасываете. И наконец-то в вашей жизни начинается совсем другая история. Да, я вам скажу, что я очень редко такое говорю, но здесь я вот вижу этот момент, что возможно это некое магическое воздействие на вас в энергетическом плане, который так или иначе, вот да, вот вроде бы ситуация не так сложна и не так критична, но у вас как нет сил ее решить. Это может быть вот как паразитная какая-то сущность на вашем энергетическом поле. Это может быть, знаете, в прямом смысле. Но оно, знаете, оно как одно за одним тянется, оно одно за другим цепляется. Там, где можно уцепиться, там оно и липнет. И здесь проходит ситуация, что вы как избавляетесь от этого. Вы избавляетесь от того, на что, возможно, не действовали какие-то чистки, не действовали какие-то моменты вашего духовной вашей работы. Где-то оно вас задерживало, где-то оно вас, знаете, так зацепило и держалось за вас. И вот сейчас вот этот момент, знаете, пустого, паразитирующего, оно от вас отпадет. Это очень много будет стоить для вас. Оно вам даст и момент вот такого духовного прорыва. Если вы работаете в эзотерическом плане и над своим развитием, это даст вам момент, как много, и будет разрешаться само собой, понимаете? У вас будет сила решить какие-то вопросы и самой стать вот таким человеком, скажем так, подняться на уровень выше. Сменится и ваше пространство, и ваше окружение, и события в вашей жизни. И я вам скажу, что личная жизнь ваша тоже, да, как выходит на... линию судьбы. Выходит на линию судьбы. Будете очень рады. Перемены глобальные, девочки, идут. Вы как отработали свое, знаете. Вы как... Не будет ему силы, как держаться, да, за вас. Вот это паразитирующее какое-то что-то, что из вас тянет энергию. Ну, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим. Итак. Какая перемена идет в вашу жизнь? Какая перемена? Перемена кардинальная, девочки. Вот прямо, знаете, вот кардинальное решение, умение отсекать. Вот и что вот придет? Кардинальная перемена придет.
очень сильно изменится вообще жизнь. Я вам вот честно скажу, прямо сильно изменит. Да, вам действительно вот что-то нужно будет отсечь. Что-то отсечется, уйдет, знаете, как вот эти тучи улетит. У вас как вы как отсечете что-то из своей жизни, да, что вот так уже не будет. Так уже не будет. Будет лучше. Будет лучше. Ой, девочки, боже мой, красота какая. Девчонки, какая красота. Это просто. Что придет в вашу жизнь? Придет плодородие. Придет момент защиты. Придет момент результата и очень хорошего результата в вашу жизнь. Да, эта карта показывает на очень укрепление, улучшение ваших отношений с вашими родными, с вашими близкими, вообще вход новых людей, да, и какая-то прям результативность жизни, то есть какой-то момент успеха приходит. Эта карта власти, какой-то момент, знаете, будет разрешен и отсечен из вашей жизни, и это принесет вам прямо радость. Здесь успех и вот это гнездышко, да, ваше, вот этот момент плодородия и вашего гнездышка. Я вам скажу, что, возможно, кто-то долго не может в отношениях, да, личных обрести радость, да, обрести вот этот момент гармонии. Вот этот момент гармонии, он прямо здесь считывается. То есть все лишнее, все тучи, все будет отсечено. И что придет в вашу жизнь? Придет какая-то радость от ваших действий, от ваших результатов вашего труда и вашей жизни. И более того, я вам скажу, что здесь прямо мужчина властный, мужчина сильный, мужчина, да, действенный, который может очень резко и надолго, вот как-то не то, что войти, а быть в вашу жизнь, да, войти и быть в вашей жизни. Здесь, конечно, классная карта. Кто ищет, кто ждет, да, своего партнера, вот, возможно, на расстоянии или вообще ждете человека в своей жизни, я вам однозначно скажу, что этот человек появится. И он резко, да, входит в вашу жизнь и остается в ней. И я вам скажу, что это очень стоящий человек. Это человек, который несет плодородие, несет результаты, несет наслаждение. И вы вот такая, да, воистину прекрасная женщина рядом с этим мужчиной. Это вообще-то праздник, это момент, знаете, истины. То есть этот человек приходит с истинными чувствами в вашу жизнь, с истинными намерениями в вашу жизнь. Да, возможно, кто-то сейчас ждет, да, любимого человека или каких-то действий от этого человека любимого. Здесь проходит момент, что вы будете что-то планировать, а этот мужчина как будет осуществлять. Он приедет, и он будет рядом с вами. И все у вас будет очень хорошо. Как будет отсечена какая-то тревога, будет отсечен момент какой-то беспокойства, да? И эти люди как и женщина как планирует, да, свое гнездышко, а мужчина как карта плодородия, как реализует, да, то, чего она желает. Но я вам скажу, что, конечно, эти карты говорят, что результат вас будет очень радовать. Очень будет радовать. Будет радовать вас ваша личная жизнь. Какие-то события в личной жизни, они в общем сильно очень повлияют на вашу жизнь в общем. Да, где-то вот эта карта, она показывает на резкую перемену, да, в вашей жизни. Давайте посмотрим. Итак, что придет в вашу жизнь? Что придет? Перемена. Вот прямо идет момент перемены. Какие-то вот ваши страхи, какие-то ваши печали, они как отсекаются. Вот прямо идет карта, знаете, которая говорит о том, что приходит конец каким-то вашим терзанием, да, каким-то вашим испытанием, и начинает восходить новое солнце. Перемена в вашей жизни, она, девочки, это личная жизнь. Это что-то прямо связано с личной жизнью, которая несет глобальную перемену вообще в вашу жизнь. Очень глобальную, да, ну, девочки, очень хорошо, очень, боже мой. Что войдет в вашу жизнь, девочки? Вы любимая женщина в крепких, красивых отношениях. Вот что входит в вашу жизнь. И это действительно вашу жизнь меняет кардинально, очень сильно.
И, возможно, кто-то сейчас вот мне напишет, потому что есть там у меня такие, что никого не надо, ничего не надо, я вот сама по себе, сама, но, девочки, это неминуемо. Но, возможно, сейчас вы так думаете, что вы совсем справитесь сами, но в вашей жизни появится такой человек, который искренне будет желать вас любить. И отказываться от этого дара, и отказываться от этих чувств, сколько бы вам ни было лет, ну, это неразумно, да, потому что это дано свыше, и вы заслужили на это, и вы должны это прожить, и насладиться теми прекрасными моментами, которые идут в вашу жизнь. Я вам скажу, что вот эта перемена в личной жизни, она сильно повлияет и на ваше материальное состояние. Возможно, кто-то ждет своего мужчину, он приедет, и я вижу, что это доход, потому что здесь прямо идет дом кубков, дом, где вы будете жить вместе. Это даже не что-то такое, да, то есть это не ко мне, это не к нему, это что-то какое-то ваше общее, да, общее жилье, общий дом, общая какая-то недвижимость. Это прекрасный дом, и это, знаете, такой наполненный любовью, красотой и радостью дом. Дом, где вы вместе, возможно, вы будете его вместе строить, вместе покупать, вместе, знаете, делать там ремонт. Но вы там будете хозяйкой, вы там будете счастливой женщиной в этом доме. И, знаете, это как ваш общий, который будет вас очень объединять, потому что вы там будете счастливы. Давайте посмотрим еще. Но перемена очень резкая. Возможно, кому-то светит переезд, да, потому что вот эта карта нам говорит о том, что вот энергия, которая тебя наполняет, она несет тебя вперед, несет тебя в счастливое будущее. Я вам скажу, что если у вас вот будет такой момент, и здесь будет перемена вот вообще, да, то есть смена места жительства, смена окружения, смена соседей, какие-то новые контакты, я вам скажу, что вам будет очень комфортно в новой обстановке. Итак, что идет в вашу жизнь? Давайте посмотрим еще. Ой, осуществление мечтаний, да? О, непосредственно... Девочки, прекрасно, просто прекрасно, просто, знаете, вот столько карт в колоде, и вот самые лучшие для вас, потому что вот идет момент, что то, о чем ты мечтаешь лично для себя, оно осуществится. И вот этот старший аркан Солнца, он говорит о том, что в твоей жизни пришло время быть счастливой. Пришло время наполнения радости и счастья. И, возможно, да, какой-то вот переломный период, да, вот он действительно заканчивается. Большая перемена, и я вам скажу, что эта перемена, она действительно для вас очень благоприятна. Вы прямо здесь и любимая, и любящая, и прекрасная в глазах своего спутника. И это человек, который исполняет и желает исполнять ваши мечты. А они как бы сами по себе будут исполняться, если рядом будет любимый человек. Если для него... Главная прерогатива, да, главная ваша улыбка, ваше счастье, ваша любовь. Этот человек, он, знаете, волей-неволей сделает вас счастливой женщиной. И я вижу, что здесь прямо, знаете, ваш сад, ваш дом, ваша личная жизнь наполняется исполнениями ваших желаний. И вот это исполнение желаний, оно как бы вереницей идет. Какие-то еще новые, еще дальше, еще лучше, да, еще больше желаний, как Млечный Путь будет в вашей жизни. Ну что ж, давайте посмотрим еще такой вопрос, да, что так или иначе еще нужно пройти, да, потому что еще есть вот этот момент, который вы сейчас проживаете, что так или иначе еще нужно пройти, что так или иначе нужно пройти борьбу. Еще нужно пройти борьбу, еще нужно пройти какой-то момент, знаете, когда... Вы действительно выйдете на первый план. Сейчас не время опускать руки. Сейчас не время, знаете, где-то расслабляться или быть слабой. Хоть, возможно, вы уже очень и устали. А сейчас именно время активной борьбы. Но вы должны знать, что вот впереди вас ждет действительно вот такой расцвет и удовольствие. Я вам скажу, что да, счастье любит тишину. Но я вижу, что настолько ваше общение будет наполнено, да, что ваше счастье, оно будет сиять вашими глазами.
Что вам еще нужно пройти? Это путь, который вы должны, да, вот эта борьба, этот путь где-то, знаете, нужно надеяться где-то на себя. Где-то вот нужно надеяться на себя. Лучшее, оно, конечно, держит к вам дорогу, да, и человек, который вас любит и который будет вас любить, он тоже держит к вам дорогу. Он придет обязательно в вашу жизнь. Будьте мудры и будьте где-то, знаете, все-таки еще готовы к каким-то моментам борьбы, да. То есть не время расслабляться сейчас. Сейчас именно время, знаете, бороться за свое счастье. Сейчас именно время, знаете, как-то где-то быть упертой, да, в достижении своих целей. Давайте посмотрим, что же вам нужно знать, да? Что вам нужно знать здесь и сейчас, на сегодняшний день? Что вам нужно знать сейчас, на сегодняшний день? Ой, девочки, а вам нужно знать, что ожидание заканчивается, что ваше ожидание заканчивается, что это не будет бесконечно и безгранично, а что ваше ожидание лучшего, оно действительно заканчивается, и вот это лучшее, оно уже на пороге, вы где-то подошли к грани, и вот этот, знаете, новый корабль несет в вашу жизнь действительно самое-самое лучшее. Что вам нужно знать? Готовься открывать двери новому и лучшему. Готовься встречать новых людей в своей жизни. Потому что грядет перемена, грядет прекрасная перемена. Время, когда ты отсечешь, да, что-то, вот какой-то момент ожидания, он уже близок. То есть момент, когда закончится ожидание, он уже близок. И то, чего ты ждешь, о чем ты думаешь, что ты планируешь, на что ты надеешься, оно обязательно осуществится в твоей жизни. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будьте сильными и прекрасными. Все в вашей жизни будет очень-очень хорошо. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я буду очень-очень рада. Счастья, радости, любви, смелых и благородных мужчин в вашу жизнь. Пусть влюбляется, пусть видит вас прекраснейшие женщины. На этом все. До новых встреч!